Теперь я вам покажу этот же спичак, только с опусканием в угол. То есть мы должны не поставить ножки вниз, а пронести их в угол, удержать себя на руках. Смотрите, вывели себя. Здесь надо делать медленно, не кидать ножки, а силой постараться себя опустить вниз. Если у вас хорошо спичак получается, то вы можете пробовать с опусканием в угол его делать. Если вы еще плохо делаете спичак, не кидайте ноги вниз, пожалейте ноги, сначала наработайте хороший спичак, а потом будете опускаться уже в угол.